Я ехал по... Выезжал на Новую Ригу из поселка Архангельского. Тут я увидел, что с правой стороны есть задымление. Приглядевшись внимательнее, я увидел, что задымление происходит из-за огня. Огнем была охвачена трава и мелкие деревья. В некоторых местах я увидел горение чего-то техногенного. Наверное, это были старые пластиковые бутылки. А может быть, это были новые пластиковые бутылки. Никто не знает. Проезжая дальше, я увидел кошмар. Машины пробирались сквозь огонь. Буквально огонь лизал их шины и крыши. Все дело происходило недалеко от заправочной станции. И седые заправщики ходили и с ужасом думали о том, как же они вернутся сегодня голодным семьям. Потому что на заправку, естественно, никто не заезжает. Все боятся взрывов. Боже, что происходит?